Как сообщает пресс-служба главы нашего государства, сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и президентом Республики Казахстан Касым Джамартом Токаевым. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия. Главы государств высоко оценили плодотворные результаты встречи премьер-министров двух стран, проведенной накануне в городе Нур-Султане. Особое внимание было уделено дальнейшему продвижению приоритетных проектов в области торговли и логистики, промышленной кооперации, развития современных транспортных коммуникаций и туристической инфраструктуры. Президенты также приветствовали расширение межпарламентского обмена и проведение в эти дни в городе Ташкенте первого заседания совместной комиссии на уровне руководителей сенатов. Лидеры обменялись мнениями по вопросам укрепления отношений дружбы и добрососедства в Центральной Азии, а также мирного урегулирования в Афганистане. Кроме того, рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне.